Мы прибыли на самую северную точку Вьетнама. Мы на границе с Китаем. Здесь находится водопад Банджок. Прямо нас встречают такие бабочки огромные. Ехали мы 2 часа из Каобанга на автобусе. Вход стоит 40 килодонгов. Вот мы идем туда. Нашли вход. Вот такая дорожка ведет к водопаду. Здесь недалеко идти, но горы красивые вокруг. Реклама этого водопада. Вот там Китай за горами. Там граница проходит рядышком. Пройдя 5 минут, мы уже подходим к водопаду. Самое интересное, на территории водопада рисовые поля здесь есть. Рис сейчас созревает. По дороге мы ехали, видели, очень много уборка риса идет. Созревший рис. Ну и вот можно на подходе к водопаду. Брызги аж сюда летят. Вообще. Вот начинается отсюда очень много потоков. Сейчас по мостику пойдем к тому водопаду. Подошли ближе к водопаду. Поток воды нереальный. Вот другая часть водопада. Здесь можно подплыть на лодке к нему. Вот еще одна из частей этого водопада. Очередной поток. Уходит в такую реку. Ну и вот мы вышли с водопада. Вот отсюда зрелище открывается такое. Вот общий вид его. Получается, вот здесь за рекой прямо, это Китай. Это китайская часть. Вот такой водопад, Банджок. Ну и последний вид на этот водопад. Это мы поднялись к храму здесь. Оказывается, вот там за рекой прямо китайская сторона уже.
Китай. Этот красный флаг, это уже Китай. И вид на долину открывается здесь. Как тебе, понравилось? Очень красиво, прям очень. Стоит сюда приехать, да? Да. Все, поехали дальше.